Тебя приветствует Макс, генератор идей. Warhol. Максим Вехал. Лидер таких проектов, как Freedom. Бонапарт. Бонапарт. Кстати, в этом году 20 лет исполняется. 22 ноября. Три проекта Incest. Один Black, Rave Black в стиле, другой Brutal Death Metal. Он два получается, да. Guts, Anger, это Depressive Doom Metal. Что там еще у меня есть? Slice of Life. Warhol. Что еще там? Что ты еще можешь забыть? Хигевальд, о, точно. Хигевальд, Доминион, Доминейшн. Это все мои проекты, да. Их 23 проекта у меня. Вот. Ну, на дискоксе можешь набрать Warhol. И там увидишь мою фотку в очках. Вот. И мои проекты. Все там они. А, Edge of God, да, вот проект тоже, да, забыл про него. Ну, вон они, там все диски у меня, столько этих проектов, охренеть. Вот. Короче, представляю твоему вниманию мой один из проектов Open Your Mind. На органе я играю, вот это миньончик, 22 минуты. Диск стоит всего 150 гривен с моей доставкой. Вот так он выглядит. Вот. Ну, диск играет, да. Там тоже обложечка красивая, все. 150 гривен с моей доставкой. Продаю на Улыксе. Ну, вот там, кстати, можешь и обратиться на Facebook ко мне лично. Я тоже так, там же продаю. Вот. Следующий альбом буду писать. Ну, не знаю, я еще подумаю, как его лучше записать, чтобы было. Там гитары, возможно, будут, барабанчики, можно клавиши с вокалом. Не знаю, еще думаю, как лучше. Вот, пока что идеи только крутятся в голове. Вот это чисто на органе. Вот. Тут 17 треков на 22 минуты. С чем-то там, короче. Около 22 минуты с половиной где-то. Так, вот. Да, это все мои проекты. Сейчас я посмотрю. Может быть, я что-то забыл. Вот, сейчас гляну. Что у меня, какие проекты есть. Ну да, вот. Edge of God. Bonapart. CWD забыл вещь. Cyclic Bench. DJ Колдун мой проект, да. Dominion. Freedom. Так, что там? Guts. Edge. Growl Wins, The Growl Wins, это два разных проекта, тоже мои. Хигевальд, так, это что такое, Incest, Макс фон Хейтвёрк, один альбом есть, вот это мой, да, вот это все мои альбомы. Это надо, может, камеру взять. Что я дать-то могу? Сейчас покажу тебе все свои работы, чтоб не сомневался. Вот, смотри. Edge of God. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, Bonapart. Два. CWD. Один, и там дальше покажу. Cyclic Bench. Вот, DJ Колдун. Два уже альбома. Один вот. Потом дальше увидишь. Доминиона 2. Вот. Что это? Freedom. Раз, два, три, четыре, пять уже. Guts Anger 1. Growl Wins 2. Хигевальда. Тут и много. Ну, диска 2. Это что, блин? Incest 1. Raw Black Metal. Вот. Люцифер альбом. Так он выглядит. А это другой Incest. Brutal Death Metal, да, тут два альбома. Так, Max von Hate Work, это мой
можно сказать, джазовый проект, да. Футболка есть. Марс, генератор идеи, вот три альбома. Это хардкор такой, кроссовер, блин. Ну, не, хардкор, да. Вот, Реквием, мои два проекта. Видишь, память у меня уже за 30 лет столько насыщенно, столько поиздавал. Вот, Screaming Vine, тоже Блэкуха. Вот, Slice of Life. Someday We Will Die, это проект. Кавера на Come Be Christ. Вот, Torn Apart. Раз, два, три, четыре. Вот знаменитый альбом. Stone. Вот. Пять по альбомам. Это ремастер. Вот. Монолог трупа. Вот. Грязное кровотечение, брудная кровотеча, можно сказать. Это вот тут сборник, можно сказать, компиляция, там куча синглов. Вот «Звезда Рубикона» альбомчик. А вот тут тоже три альбома тут сразу. Это вот 2017 года. Вот. Вот Warhol проект мой. Это Horror Noise. Вот Split, Angel of God, Incest. Тут сплиты пошли. Вот Slice of Life, Split. Там, короче, вот это все сплиты. Сплиты тут, короче, тут много проектов. Cold Moons, West Hot Noon. Короче, еще есть у меня проект электронщина. Такая стрип-хоп. Вот мои все проекты. Это все сплиты идут. Вот 2018 года сплит. По синглу. Проект Born Apart, Raul Wins, Максим Вехов, Warhol и Warhol. Вот тут, короче, 7. Два кавера, один кавер есть на Torn Apart, да. Вот это что касается. И вот сплит. Вот Хигевальд, Domination of Evil, это кавера на Angel of God. И CWD. Мой проект тут в студии записывал. Так, ну а это уже мои издания идут. А вот, кстати, новая новинка. Хигевальд. В следующем выпуске смотри. Хигевальд, да. Хигевальд, мой black metal проект. То есть диск в идеальном, ну, понятно, то есть по ферме сделан. То есть тут все вот. Кстати, дизайн все я сам делаю. Вот. Дизайн все сам делаю. Ну, а это мое издание. Max Records. Вот. Проекты. Вот дисгармония. Вот. Angel of God, вот Deathland, вот Death, вот 1001 смерть, это DJ Max, Noon проект, это вот Requiem мое издание, вот Screaming Wind мое издание, вот Warhol мое издание, а вот, кстати, на дискете издание Хигевальд, один трек тут, кстати, да, классная тема, прикольное издание. Это на один из саблейблов Depressive Illusion Records. Ну, а это вот мои издания еще тут. Вот тут много изданий, смотри. Это Cyber Max Digital, да. То, что вот у меня есть сейчас в наличии и на продажу. Эти диски я продаю как на своем Фейсбуке. Удачно, успешно. Кстати, на кассетах есть. Ну, кассеты сейчас, они здесь стоят, в другом месте. Еще и много издал на кассетах, да, кстати. Почти все издал на кассетах, вот. Так, и продаю на OLX, да. Есть на OLX, тоже удачно все продается, уже продал 9 людям, вот. Спасибо вам, ребята, покупайте, каждому пишу автограф именной. Там, Николаю от Warhol, там, раз и роспись свою поставил, то есть вот. Именные, да. Цены тоже разные, там, в зависимости от раритетности, лимитированности издания и, скажем так, от, ну, в принципе, цены у меня от 100 гривен до 250 с моей доставкой. Все, пока-пока, подписывайся на мой канал, ставь лайки, включай колокольчик, смотри Metal TV. Пока-пока.